В высшей школе государственного и муниципального управления прошла лекция «Россия и Азия. Поворот на восток». Спикер выступил для государственных служащих, занимающихся вопросами внешнеэкономической деятельности. Я читаю две лекции. Одна посвящена как раз внешнеэкономической деятельности России, непосредственно Татарстана и Китая, взаимодействие с партнерами, ну и, собственно говоря, новые перспективы и новые проблемы, которые открываются. А вторая лекция посвящена общим проблемам взаимодействия с Азией, потому что, конечно, разворот России на восток произошел. И нам нужно перестраивать очень многие не только товарные потоки, но в том числе и наши некие ментальные паттерны, то есть как работать с азиатскими странами, при этом не отдавая куски национальной экономики. Гость осветил самые волнующие вопросы российско-китайских отношений, перспективы инвестиций, существующие модели работы и ведения бизнеса в Китае, налоговые льготы, социальные сети, защиту интеллектуальной собственности. В последнее время из-за санкционной войны Запада против России все чаще идут разговоры о движении страны на восток. Речь идет о переориентации российской торговли и политики с Запада на восток, переподготовке кадров, которые готовы работать с восточным миром, о понимании роли России в регионе. Эксперт заключил, что интеграция России в азиатский мир очень долгий процесс, но вполне возможный. Важно понимать, как выходить на китайские рынки, не отдавая своих торговых марок, не просто оптовым образом сбрасывая российские товары, но присутствуя не только на китайском рынке, но и вообще в целом на азиатских рынках. Но китайский рынок жесткий, плотный, конкурентоспособный. Поэтому нужно, соответственно, понимать, каким образом делать так, чтобы это все-таки было в пользу России, а не только в пользу каких-то частных китайских бизнесменов. На базе Казанского федерального университета функционирует самый старейший институт востоковедения, целью которого является подготовка квалифицированных специалистов по языку, культуре, истории, экономике, политике стран Востока, Азии и Африки, способных работать как в системе образования, так и в государственных и муниципальных учреждениях различной направленности. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз.